Всем привет, я Влад, а это магазин «Попади в десятку». Сегодня у нас на обзоре PCP пистолет от компании Krüger Gun. И это Корсар в калибре 4,5 мм и длиной ствола 240 мм. Вот в таком вот отчасти деревянном исполнении. Друзья, в первую очередь обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и пишите свои комментарии. Три этих несложных действия на самом деле крайне сильно помогут нам в продвижении видео. И, соответственно, это повлечет за собой то, что мы сможем делать больше крутых новых обзоров и даже на какие-то новинки из мира пневматики. Классно? Классно. Поэтому мы на вас надеемся. Возвращаемся к пистолету. В комплекте идет вот такой вот модератор, он же глушитель. Комплектный приклад, у которого подсчетчик вы можете регулировать, потом просто фиксируете, все, вот он стоит как вам нужно, обалденно. И, конечно же, да, резиновый и рельефный тыльник. Смотрим дальше. Есть магазин барабанного типа, который рассчитан на целых 10 зарядов, представляете? Комплект уплотнителей и заправочный штуцер. Как всегда, отличный комплект от компании Krüger Gun. И давайте теперь посмотрим на данную модель поближе. Погнали! Интернет-магазин «Попади в десятку». Это модель российского производства от компании Krüger Gun, которая относится к типу PCP-пневматики, где выстрел производится благодаря сжатому воздуху, который находится под давлением в специальном резервуаре-ресивере. Для отслеживания оставшегося давления внутри ресивера на передней части изделия установлен манометр. Стреляет же пистолет валанчиковыми пулями калибром 4,5 мм. Для произведения выстрела пистолет, конечно же, нужно взвести. Для этого воспользуемся затвором. Он находится на левой стороне корпуса. Раз. И все. Все верно. После этого пистолет уже может стрелять. Делать так нужно будет постоянно, потому как стреляет он исключительно в одиночном режиме. Предохранитель находится рядом со спусковым крючком и защитит вас от случайного выстрела. Для прицельной стрельбы у пистолета предусмотрены стандартные прицельные приспособления, а именно, конечно же, мушка и целик, которые, да, также, к слову, оборудованы фиброоптическими нитями, что поможет вам целиться в условиях недостаточной видимости. Обалденно. Но на этом еще не все. Есть также и планка, ласточкин хвост 11 мм, куда вы сможете установить дополнительное оптическое оборудование, как, например, сделал это я. Но все верно, да, оптика в комплекте не идет, вот ее нужно докупать отдельно. Но это не проблема, и у нас в магазине огромный выбор оптики, поэтому заходите. В PCP-пневматике есть две схемы подачи воздуха от резервуара к стволу, редукторная и прямоточная. Данная модель редукторная. Длина изделия 420 мм, из которых 240 мм – это длина ствола. Калибр 4,5 мм, объем ресивера 105 кубических сантиметров, вес пистолета без обвесов килограмм и 200 грамм и килограмм и 550 грамм в полном обмундировании. После возвращения пистолета к заводским настройкам заявленная скорость вылета пули из ствола достигает 200 метров в секунду. Но на территории России, конечно же, данные пистолеты ослабленные с разрешенной мощностью до 3 джоулей. Говоря проще, для покупки этого самого пистолета не нужны никакие дополнительные документы. Просто приходите и покупайте. Но, конечно, да, вам обязательно должно быть 18 лет. И раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно, доставка по всей России. Обзор на этот замечательный пистолет подходит к концу, и, друзья, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, ну и пишите свои комментарии о том, как он вам, или же, может быть, возникли какие-то вопросы. Задавайте все там же, а я, конечно же, на них с большим удовольствием отвечу. Я же вынужден с вами попрощаться. Всем спасибо, пока и до новых обзоров.